создана в Москве, а через 15 лет была создана Соединенные Штаты Америки. За это время русский балет дал миру великих балерин, такие как Макарова, такие как Красавина, Уланова, Плесецкая. Я очень рад, что в наше время появилась такая большая звезда, как, которую вы сегодня видели. Позвольте мне вручить нашей уважаемой приз «Золотая муза», который вручается за вклад в развитие российско-болгарских отношений. Сказать, что сегодня на сцене находятся два посла. Посол России, чрезвычайный полномочный, посол всемирной культуры, российской культуры Светлана Юрьевна Захарова. Да. Спасибо, спасибо огромное. Очень приятно, большая честь танцевать впервые в Софии. Огромное спасибо за теплый прием. Я надеюсь, до скорых встреч. Спасибо, я вас люблю.